До нас в студії завітали гості. Це Дмитро Волков та Сергій Глухенький, ілюзіоністи. Люди, які працюють в парі. І я сподіваюся, що в парі вони сьогодні нам також покажуть деякі свої трюки. Отож, вітаю вас, хлопці. Дякую за те, що завітали зранку. Здравствуйте. Перше запитання. Взагалі, вже із Дмитром ми зустрічалися в студії. Хотілося б в тебе, Сергій, запитати, як давно займаєшся цим? Займаюся вже 5 років. Тобто стаж достатньо такий солідний вже, так? Да. Наскільки пам'ятаю, то саме ти, Дмитра, і привів цю справу. Да. Так? А тебе хто привів? Хто був? Меня вообще з самого раннього дитинства очень любил фокусы. Угу. Смотрел шоу Дэвида Копперфильда. Угу. Не мог понять, как это делается. Он меня вдохновлял. Ну, потихоньку начал разгадывать фокусы с самого раннего детства, с лет 8. Угу. И уже лет 14 я начал уже придумывать какие-то свои фокусы, удивлять уже родных, местную бабушку, публику, да, так? Бабушку, дедушку. Это были мои самые лучшие зрители. А какой первый фокус, помнишь, был? Да, с монеткой фокус. С исчезновением монетки. Ага. А то есть деньги в доме пропадали благодаря тебе. Да, ложки гнулись, деньги пропадали. Ну, видно, сразу ребенок. Нужны были деньги на сладости, что называется, да? А, смотри, серьезное уже выступление, первое, когда уже было. Не помню. Да, уже два так на уровне. Года два назад. То есть уже в ночном клубе мы выступали. На скажем так, на профессиональной сцене уже, да, то да. есть профессионально показывал уже как иллюзионист, не просто для домашних своих, а вот да. Сейчас, ребят, что вы, когда мы встречались с Димой, он говорил, что есть планы на будущее, что-то там уже планировали вы делать, какие-то новые трюки, фокусы. Что сейчас уже подготовили нового и что готовите еще? Наши планы, все, что было самое лучшее в этом году, перенести в следующий год. И туда, и туда, и туда, чтобы и забрать всех вас нами, людей, которые случайно зашли в эту студию сегодня. Смотрите, а что-то новое готовите в программе? Что вот, и можете ли приоткрыть занавес тайны? Что новое. Это будет? Какие новые трюки? Мы говорили о разрезании человека. Мы готовим исчезновение девушки. Уже усердно, около 5 месяцев примерно готовим этот трюк. Девушек много уже николаевских пропало? Пока только несколько. Приближенных к нам. Что это будет и в формате чего, и где это будет показано? То есть, везде. То есть это вы везде просто для такое. Программы своей расширяете просто программу. А как будет происходить трюк? Это там в огне она исчезает или как-то? Мы проявляем розу из огня. Угу. Вручаем ей. Поднимаем ширму. Угу. И когда убираем ширму, девушка исчезает и роза остается на полу. И вылетают голуби. Четко, у меня аж даже глаза приоткрылись чуть-чуть. Ну, это смотрится лучше, чем вы. Ну да, зрелищно, я представляю это все. И под музыку. Угу. Нагадую, що в нас в гостях Дмитро Волков та Сергій Глухенький. Отож, хлопці, що покажете? Я вже навіть руки заготував, дивитися. Попросив би вас перевірити ту ложку. На предмет чего-то поїсти, необычного, поїсти. Странного. Та ні, наче, звичайно. Найголовніше, що помита. Да, ви знаєте, за время роботи со столовыми предметами я нашел в ложках некие зоны, воздействуя на которые можно добиться странного результата. Обратите внимание. Трохи аж языки и щелы подтянул. Можно теперь ваш указательный да. палец? Да. И трите очень-очень нежно. Трите. Тру. Смотрите, а, вы ей понравились. Ну, реакция, конечно, давайте так зрителю да. покажем. Реакция, давайте. Конечно, чуть-чуть ложки на парня. Интересно. А также можно меня крупным планом взять. Угу. Вот. Она согнется еще больше. Можете опять же таки проверить. Самая обыкновенная ложка. Я в шоке, честно. Дома уже 10 ложек сломал, но я уже... Нам еще кушать. И... Да. Теперь я попрошу вас проверить шарик. Угу. Обычный шарик. Похожий на нос чуть-чуть, только нету дырочки. Угу.
Смотрите, если положить на него палец, создается иллюзия, что их два? Ну, практически что-то другое напоминает. Ну, не очень, да? Да. Но если поверить, их станет два. Теперь можно вашу ладошку? Да. Один будет у меня, второй у вас. Следите очень внимательно. Один у меня. Второй. Зажимайте у себя крепко. Итак, держите крепко. Да, держу. Обратите внимание, первый шарик исчез. Крепко держали? Да, да, да. Открывайте очень медленно. Два. И у вас уже два шара. А теперь можно вашу вторую руку. Да, ну ладно, можно и вторую. Два шарика. Все честно. Помещаем. Открывайте. Уже три. Четко. Ну, я чуть-чуть догадываюсь, но не знаю, правда ли я догадываюсь. Вот это и... Ну, это четко, а больше нельзя. 4, 5, 6 просто для всей студии раздать. Пускай все поиграли. А, ребята, а, вот добежало время просто уже эфирное до конца, и ребята это увидели. А, 10 час уже наших, на нашем эфирном времени. Це означає, що ми прощаємося з вами, ми прощаємо, кажемо вже до побачення, до наступної години, оскільки 10 година, це означає, що в ефірі телевізійна служба новин Миколаївщини. Дивимося, чим живе місто та область. А ми дякуємо нашим ілюзіоністам Дмитру Волкову та Сергію Гухенькому, які показали свої трюки. Чекатиму вас в гості і ще дякую вам за те, що подарували зранку позитивні емоції.